по мотивам стихотворения Виктора Гюго. О небо! Мой Китай в осколках на полу! Мерцание озера сквозь лиственную мглу не уподоблю я волшебной этой вазе с плодами, с птицами восторженных фантазий. На солнце знойным днем она была луной, и точно изнутри молочной белизной лучилась тонкая, таинственно чужая, фарфор таимую душой преображая. Мариетта в комнате решила пыль стереть. Ах, как она клялась быть осторожней впредь! Небрежный взмах и пол усеян черепками. Ни сладких грез тебе, ни пастбище с быками. На набережной я купил ее и в дом принес торжественно, детей собрав потом. Стал объяснять. Вот як, а вот четверорукий макак или гибон, а это жрец науки или осел. «И-а!» — кричит он за юань. «А это мандарин, по-местному гуань. Должно быть знающий, смотри, какой пузатый. Не бойтесь, это тигр, разбойник полосатый. В своей пещере он, сова в своем дупле, а это духи тьмы в потусторонней мгле. У императора гора сокровищ разных». Детей забавит мир чудовищ безобразных. Я вазой дорожил, и нет ее теперь. В нелепой ярости распахиваю дверь. Кто смел ее разбить? Набрасываюсь бранно. Мариетта в ужасе, а маленькая Жанна взглянула вверх, сама от страха не своя, и с видом ангельским лепечет. Это я.